Обратите внимание, если в социальных сетях вам довольно часто присылают мемы, вайны или посты, все правильно, Елизавета мне подчеркнула. Возможно, это любовь. Исследователи заговорили о новом тренде во флирте, причем перенять этот тренд люди могли у пингвинов. Звучит, конечно, абсурдно, но если начать разбираться, то можно найти много совпадений. Подробности расскажет наш Илон Макс, он же Максим Селиков. Макс, привет, передаю тебе слово. Приветствую. Ну что ж, в первом веке до нашей эры Назон Овидий выпустил сборник «Наука о любви». Сейчас бы сказали, что это такой целый марафон, целый кодекс правил обольщения. Овидий советовал писать дамам любовные письма, делать комплименты, восхвалять их так, чтобы завидовала сама Венера. Мог ли древнегреческий поэт представить, что спустя 2000 лет дамам будет достаточно мемчиков. Итак, ученые на полном серьезе утверждают, что мемы — это новый язык любви. Вместо стихов о прекрасной даме гораздо эффективнее отправить в личку, ну вот что-то, например, подобное. Или что-то такое, тоже вот по мнению ученых, вполне себе такой довольно эффективный инструмент пикапа. Психологи, если влюбленные отправляют друг другу смешные картинки, считают, что таким образом у них укрепляются отношения. Тренд назвали, ну, если переводить с английского, то галька. Дело в том, что обмен приколами очень похож на то, как пингвины дарят своим вторым половинкам, ну, камушки. И таким образом они демонстрирует им свою любовь. Кроме шуток, есть у этого тренда на самом деле вполне логичное обоснование. Дело в том, что в стрессовых моментах именно юмор помогает оценить ситуацию со стороны, при этом не вовлекаясь в нее, не поддаваясь панике. Уровень стресса, объясняют психологи, начинает снижаться. Это помогает сохранить силу и ресурсы. И в конце концов, просто так чаще всего мемами те же влюбленные парочки обмениваются еще и в рабочие часы. Мемы, рассуждают психологи, помогают так называемой игровой форме решать бытовые проблемы, недосказанности между партнерами, да, уводить какие-то мелкие ссоры в сторону. Вот, например, классика, да, ваша дама считает, что вы ее не понимаете и не видите, что творится у нее внутри, и вместо тысячи слов можно просто вот, например, отправить ей вот такой мем, и я думаю, что, возможно, после этого драма у вас закончится. Но есть у тенденции обмена мемами и, на самом деле, обратная сторона. Если кто-то в паре перестал отправлять приколы или, хуже того, вообще забыл, например, ну, поставить огонек на входящую картинку с котенком, то все, беда. Да? Партнер может подумать, что вы остыли к нему и уже не может получить, так сказать, подобного внимания от вас. Впрочем, в любви полагаться исключительно на силу мемов не стоит. Согласно опросам, россиянки по-прежнему ценят в мужчинах не только их вкус на смешные картинки. На первом месте у них все-таки какие-то нравственные качества. Это, кстати, отметили 63% опрошенных девушек. 33% сказали, что больше всего они ценят мужественность и силу. А больше 30 респонденток отметили, что им нужен мужчина, который заботится о других. Так что, помимо мемов, может, все-таки стоит почитать Овидия? Думаю, найдете в «Науке любви» какой-нибудь эффективный совет. Ну и про мемы, конечно, не забывайте. Они тоже усилят и улучшат ваши отношения. Спасибо, Максим. Это был Максим Селиков.